Ну что, наконец-то это случилось. Нам действительно начали предлагать нормальные переговоры. Судя по всему, с выводом российской группировки. И пока представляет интересы вот этой части российской политической элиты Евгений Пригожин, который выступил с реально политическим манифестом, который разрывает просто на куски высшее российское военно-политическое руководство. Если Пригожина после этого не убьют за как это за то, что он поносит публично и очень четко и самое главное, правдиво российскую армию и вообще вот это сборище старцев, ну тогда будем считать, что все режиму Владимира Путина в обозримом будущем гайки.